Доброго дня, уважаемые студенты! Сегодня вашему вниманию предоставлена пятая лекция, заключительная по дисциплине физическая культура и спорт. Исходя из всего материала, который был уже вами прослушан, мы сделаем небольшое заключение. Итак, физическая культура – это деятельность человека, направленная на укрепление здоровья и развитие его физических способностей. По прохождению всего курса дисциплины вы должны овладеть определенной компетенцией. Компетенция – это способность владеть средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению должностного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. Другими словами, используя средства физической культуры и спорта, вы должны подготовить свой организм к предшествующей профессиональной деятельности, к различным бытовым условиям и в совершенстве владеть всеми методами, то есть способами подготовки и использования всех средств физической культуры для достижения данных целей. Никто не застрахован от того, что кто-то будет в дальнейшем работать в серьезных климатических условиях, где необходимы, например, будут вам знания о закаливании, для того, чтобы ваш больничный лист был как можно меньше и работали вы как можно больше. Итак, как же это будет происходить в нашем университете? По действующему госстандарту на вашу дисциплину выделяется 400 часов. На первом курсе, на котором вы обучаетесь сейчас, у вас выведено 56 часов на самостоятельную подготовку, которую мы вводим специально для вас на тестирование на сайте STEPIC. И потом вы выходите на практические занятия после нашей сегодняшней лекции и занимаетесь один раз в неделю. На втором курсе вы будете также посещать занятия один раз в неделю. На третьем курсе у вас будет 2 часа по первой неделе и 4 часа по второй, но там тоже будут самостоятельные занятия. В общем, помимо вот этой всей учебной нагрузки, у нас еще будет с вами очень много возможностей заниматься физической культурой вне рамок учебного процесса, то есть вне учебной деятельности.